Ну и заодно мы получим, что по терминам ПДП, какие значит действительно на нашу. Общая теория. Значит, рассмотрим. Х и рассмотрим одним алгебра. Ассоциативная алгебра. На поле. Может быть, никогда не. Значит, рассмотрим некоторое М, которое модуль. Когда будет говорить модуль, я буду иметь в виду левый модуль. Это как бы важно, потому что на поле не хватает. Давайте фиксируем для левого. Значит, определение. Модуль левый называется неприводимым. Если у него нет никаких подмодулей. То есть, если любой подмодуль М-штрих, совпадка либо нулевой, либо совпадает совсем так. То есть такая лента, простая, но очень важная, которая лежит в шуме. Которая говорит, что если у нас есть неприводимый модуль какой-то алгебры, то можно рассмотреть алгебру всех его эндоморфизмов, во-первых, есть МФА. И убеждается, что это тело. То есть понятно, что происходит. Да? У нас какой-то модуль. Но вот сейчас верхняя пространство. У него есть условно. Рассматриваем только те, которые коммутируют здесь МФА. Получаем, ну, в условиях завтра сих умножения, получаем некоторую палку. Отражается, что она тело. То есть любой нулевой элемент обратится. Доказательство в итоге почти очевидно. Потому что если есть такой-то элемент X в эпсилон D, ну что это такое? Это отображение из D в R. Но если у него есть, скажем, какое-то ядро, то оно по определению тоже завтра отсутствует действие А. Это подмог. Ну, если элемент, если это подмодуль все n, то x равен 0 просто. А иначе, в условии неприводимости, не тоже должно проявляться. То есть если x не равно 0, то это равно 0. Ну а образ. X тоже подмодуль, и он наоборот должен ставить все нуля. То есть получили, что X индуктивно селективно. Значит, правильно. Это меня простое, но очень много. Это доказательство, когда мы увидим, что это наиболее. Выяснили, а есть ли пошли. Вот. Страшно проверить Шура, и вы даже не я, потому что говорю, что вот это какие-то еврейские математики называются как вообще реальность еврейского. Для того, чтобы доказывать реальные результаты, как вот, например, но оказалось, что тема тривиальная, но страшно важная. Сейчас давайте ее будем обобщать, говорить разные другие вот утверждения, которые в конечном счете все такое нам должно быть. Да, значит, ну это хорошо известно, что. Да. А что такое модуль? Модуль. Значит, как я зря не сказал, модуль. Значит, модуль это как верхнее пространство, только в кольце. Значит, модуль над алгеброй. Значит, это, во-первых, верхнее пространство. Значит,
находим, да? И во-вторых, задана единственная алгебра, то есть для каждого элемента алгебры, для каждого элемента M у нас есть умножение АМ. И эта операция удовлетворяет всем тем же соотношением, что умножение в алгебре. То есть она ассоциативна по каждому элементу и ассоциативна по алгебре. А1, А2, М равно А1, А2 на М. Ну там ассоциативность сверху не будет. Вот. То есть совершенно то же самое применение, что говорит на простах. Потому что А это как бы будет один. Вот это например, модуль, да? Если у вас есть алгебра, которая просто алгебра матрица какого-то размера, n на n, абсолютно, то матрица имеет 10 вектора, правильно? И у нас есть конвертное пространство, то это, естественным образом, модуль на 2. Когда я говорю левый модуль и правый модуль, я имею в виду, что в принципе так я написал, это левый модуль называется. А мог бы написать с другой стороны, мог бы написать МА. Ну и все было бы то же самое, только вот это аксиома записалось бы по-другому. Да? То есть изменение было бы с другой стороны. МА2А1. Поэтому если алгебра не коммутативная, понятие было бы немножко другое. Но можно сказать, что если модуль M, левый модуль над А, то он правый модуль над алгеброй А противоположная. А это алгебра, которая совершенно как А, только умножение пишет в другую сторону. Потому что здесь было А1 на 2, здесь становится минимум А2. Вот это что такое модуль. А вот это для машин. Теперь, значит, прямо что совсем простое утверждение, давайте покажу утверждение менее простое, и даже вот удивительное утверждение. Которое придумал Джекобсон. Теорема о плотности. Пусть есть какая-то алгебра, может быть бесконечно мерная, но другая. И, значит, имеется M, которая внутривозима. Левый А модуль. Тогда по линии Шура у нас возникает некоторая тема D у всех гомофизмов, у всех элементов, которые мы сюда, которые коммутируют. И на самом деле на M действуют две вещи коммутирующим образом. Значит, на M действует A по определению, а кроме того, на нем действует тот самый D. Если мы берем D, который гомофизм, коммутирующий действием А. А теперь делаем следующее действие. Вводим наоборот это морфизм М, который коммутирует действием D. Значит, ясно, что по крайней мере здесь будут содержаться все вещи, которые приходят из А. Все морфизмы такого типа. М будет вариант. Поэтому алгебра А сама будет в этой алгебре как-то отображаться. И вот такое чудо состоит в том, что это работающая рефлексия. Это отображение рефлексии. Ну, то есть, например, пускай у вас алгебра была координат С. И вот мы возьмем модуль.
следовательно, трехмерный, было какое-то, значит, следовательное пространство, трехмерное, на котором был алгебра, если совершенно не приводит, потому что типа одной другой. Оно какое-то нервное пространство. Значит, вот это морфизм, это просто целое. И тёплый, значит, и возникает некоторая алгебра-матрица. Вот она нервная, она целая. Наш А отображается, соответственно, в алгебра-матрице. Так вот, представляете, что как только мы знаем, что это непроводимое, мы знаем, что это изображение стилистика. Мы, чтобы это доказать, я, собственно, не знаю, как это прямо доказать, я даже не знаю, как это доказать. Это тоже касается Шевале. И оно говорит, чтобы это доказать, надо немножко обобщить. А именно, что здесь написано? Может, я немножко углу. Может, надо, чтобы это M было... Давайте, наверное, я потребую, чтобы M было конечномерным на D. Thank you.
Хорошо, значит, шахом. Значит, пускай для камень с одним уровнем даже не знаю, да даже для камень. Значит, я хочу что сделать? Я хочу рассмотреть теперь модуль, который просто прямая сумма к копии модуля n. То есть это множество таких наборов элементов m1, m2 и так далее, mk, где m и где лежат. Это, конечно, тоже модуль у нас. Один из просто почти. Вот. И, значит, немножко переформулирую. Значит, когда все иксы можно собрать в один элемент, там x чертой, вот это самое mk. Дальше можно смотреть а на x чертой. Это будет подмодуль mk. Потому что здесь написано, потому что на самом деле это подмодуль, это все mk. Надо доказать. Это вообще все. Ну, действительно, значит, у нас есть проекция отображения из МК в МК минус первый, который просто забывает последний элемент. Да? Если взять, значит, наш X-палочкой, то оно переходит в такой же X-палочкой на бегущем шаге, назову X-палочкой 0, это просто набор от X1 до X-1. И, соответственно, этот модуль как-то отображается в модуль на предыдущем шаге, про который мы по положению индукции уже знаем, что это вообще все. Вот есть такое отображение. Но это отображение, понятное дело, селективно, потому что есть какой-то элемент здесь, он имеет будет А, знаете, и берем элемент А на Х, и он, конечно, приходит сюда. То есть отображение селективно. У него есть какое-то ядро. Значит, я назову это значение И. Это отражение И. У него есть какое-то ядро. Отображение модуля здесь. Да? То есть он состоит из таких наборов, что первый n-1 членов просто не видит. Важно только последний. Поэтому это дело лежит в m. Значит, дальше два варианта. Либо это дело это все m. Но тогда мы все доказали, потому что тогда это должно быть максимум m. Либо это дело равно нулю. Если ядро G это все R, которое правило, потому что тогда любой элемент здесь лежит. А если M неприводимый, то единственная другая возможность это вообще ноль, и пускай значит это равно нулю. Получается, что это отображение вообще изоморфизм. Мы или иными словами это можно приписать так. Если вот такой модуль, порожденный одним элементом, то есть такой, что там есть один элемент x, так что любой другой пишет как по на x, так вот, да. Называется еще циклический модуль, да? Значит, его можно переписать следующим образом. Это фактор а, то есть а является модулем над собой, то есть сам человек умножает. И в нем есть подмножество элементов, которые заменяют x. Это называется ангулятор. X и ангулятор.
нет, из-за того, что вот так. Это такой общий факт. То есть, если любой элемент его модуля, такой рассматриваешь, такой получается. Это левый идеал. То есть это подмножество завтра относительно сложения, а кроме того, любого, значит, такого и лежащего вентилятора, любого А, а И тоже лежит. Ну понятно, потому что если уже И дало 0, то когда мы сделаем что-то еще нужно, то это вот. То есть это некоторый идеал левый алгебры А. И значит, если взять фактор, то получится вот. И значит то, что здесь. Да, значит, чему равен ангулятор элемент будет с палочкой? С ангулятором с палочкой. Ну просто он состоит из таких элементов, которые занимают все вот это действие, это значит, что они занимают каждый лист. То есть это просто пересечение ингредиентов для каждого листа. А значит, если мы рассмотрим вот это количество, там будет на единичку меньше, то есть там последнего этого не будет. Ну и видно, что это лежит здесь. Это пересечение тоже аннуляторов. Но от единичка меньше исходит. И вот это условие значит, что на самом деле они складываются. Значит, если значит, они просто равны. То есть, если мы рассмотрим отображение модулей из А в единицы переводит с палочкой, она по определению пропускается через такой модуль, который есть под модуль, да? Который равно А фактор по такому аннулятору. Поскольку аннуляторы на самом деле одинаковы, то с таким же успехом можно здесь написать x0 с палочкой, которая m в степени конец. И смотрите, что получилось. Есть такое отображение. Z в конец 1. И просто по определению она переводит элемент x0 с палочкой. Z и с палочкой. Какой-то отображение, не знаю. Кроме вот этого, ну еще значит, что если мы рассмотрим потом обратно такую проекцию, то получится единица. Но, значит, мы знаем, что отображение из m в n это просто наше тело d, то есть это определение нашего тела. Поэтому если возьмем сколько-то копий, такое отображение просто запишется некоторой матрицей. Размера конец 1 на 2. Естественно, вот это условие вначале оно будет стоять просто единичной матрицей. Да? Но будет еще последний столбец. Там вот какие-то элементы D. P1, D конечно еще. И тогда вот это условие запишется так, что ската равно сумма и то есть получили, что наши ци линейно зависимы от двух. А потом мы предлагали, что они не зависимы, это логично, они зависимы. Вот. То есть такое тоже будет принимать по порожнее, и ничего такого существенного не нашло.
Ну, а что произошло, что мы просто грамотно обобщили говорили? Что писал? А применение к нам, конечно, нужно случай, когда паравное. Полный сет. Хорошо, давайте применим. Я сейчас выделю, оказывается, что если закон изучать тела, то прямо тело изучать не вполне правильно. Опять немножко вообще понять тело, после чего учиться к Платонке и будет более лучше вывести из него регулярно. Поэтому сейчас еще парочку определений я введу. Алгебра наша, которую я теперь буду предполагать конечномерно. Конечномерно. Алгебра А называется простой. Если мы приводим модуль, только один. То есть я замахнусь. Есть. Только один. Такая же один не приведет. Ну, всегда есть ноль. Ну, это не очень важно, потому что алгебра конечномерна. То есть это будет верно или нет. Ну, давайте по простоте скажем, что это значит, что здесь происходит? Почему вообще не приводим модуль существует? Ну, в такой ситуации, когда все конечномерно, это на самом деле очевидно. Потому что мы берем m, мы рассматриваем всякие подмоды, да? И будем их уменьшать. То есть будем сразу подмоды, рассмотрим подмоды, просто минимальный размер. Значит, если размерность... Они все конечномерные, но там вот одна. То есть размерность минимальная. То F' очевидно не приводит. Но то, что еще меньше быть не может, если чем меньше, то и так. Поэтому казалось, что можно взять любой модуль, выбрать там, например, один подмодуль, и дальше по индукции получить такое положение. Но проблема в чем? Что мы взяли m, взяли там неприводимый подмодуль, дальше что? Ну и, соответственно, здесь можно смотреть фактор модуля m, фактор по санкции. Вот будет отображение вложения, и будет отображение регуляции. Называется только точно подвергнуться. Но проблема в том, что ниоткуда не следует, что к этому положению будет обратно. Он может быть, а может не быть. Также, значит, здесь это отображение селективное, но у него может быть значение. То есть, конечно, мы можем как векторное пространство представить это дело для суммы этого вектора. Но ниоткуда не следует, что это можно делать способом совместимым с структурой ОМОН. Если возьмете какую-нибудь случайную там алгебру, то, как правило, можно вернуть модуль, когда это не верно. И выделяется класс полупластых алгебр, в котором всегда, значит, можно придумать такое расщепление. И они, оказывается, довольно просто все идущие. Значит, такие как бы
ну, негативный раунд, это плохой аналог точек, самый простой алгоритм, который был. Значит, тренинг. Пример простых раундов. Ну, во-первых, тело, оно простое. Ну, это потому, что я говорил там вначале, что над телом можно обычно нейроны. То есть в любом модуле есть базис. А это, конечно, значит, что любой модуль представляется как сумма какого-то количества числа, какого-то количества копий одного единственного модуля. Ну и на самом деле, значит, другой пример — это алгебра матриц такого размера, например. И на самом деле это все примеры. Значит, давайте еще покажу теорему, которая говорит, что это все. Если А простая, то в А нет тривиальных двусторонних идеалов. То есть здесь у нас были левые идеалы, то есть такой подложник, который замкнут, если умножение слева или на правую. Можно ставить правое, а может двусторонние. Это замки и слева, и слева, и двусторонние. Нет, двусторонние. Тогда, поскольку алгебра простая, сейчас фул простая, как мы договорились, остается такая даже. То есть у нас должно быть отображение из А, которое мы знаем. Такое, что в хитрой позиции сложения соответственно отображение. Ну или если значит, посмотреть, что происходит с А, у нас будет отображение фи и обратно вложим. Если посмотрим, что происходит здесь, за это уважение потом все перейдет. Фи в позиции си единица. А можно смотреть отображение наоборот фи в позиции си и там себя. И это отображение в квадрате будет равно себе. Е в квадрате равно е. То есть у нас есть эндоморфизм А от левого модуля над собой, который в квадрате равен себе.
Ну и, соответственно, один МСЕ в квадрате, если написать, тоже будет равно себе. Один минус 2Е плюс Е в квадрате, который Е. И вообще А, как можно над собой разложиться в минус сумму, что это отражение. Ну, уже отражение 1. Сейчас элемент единицы здесь будет равен сумме. То есть я в единице, я потом что же заеду. Ну, любой модуль. Так же работает. И теперь заметим, что все неприводимые модули на А разделились на два класса. То есть если есть М, можно подействовать на Е, это будет под модуль, это либо равно всему m, либо нужно. А может по 10-1 у нас идет. И это тоже равно либо всему m, либо нужно. Интересно, что возможно для каждого модуля, возможно только, значит, если это равно всему m, то это равно нулю, наоборот. То есть на неприводимом модуле. Или Е, или 1 минус Е, если к нулю. Но в управлении простой алгебры я потребовал, чтобы проводил модуль был только один. В этом получилось противоречие, потому что если, скажем, Е действует к нулю, то тогда Е на любом модуле даже действует к нулю, сейчас должно вообще быть равно нулю. Ну и наоборот, значит, на один. А вот на самом А это такой модуль, на котором оба действуют. А. То есть поэтому само А не может быть равно всему ху, то есть такой пир. И, соответственно, алфа не простая. Она может быть полупростая, это не говорит, и так не бывает. А простая нет. Вот, это. Два совсем просто, значит. Возьмем какой-нибудь один модуль. Такой есть, потому что возьмем, скажем, само А и возьмем там минимальное равновесие. Посмотрим алгебру его. Сейчас мы по Леве Шуру знаем, что это тело, да. И по теореме Джекобсона у нас есть селективное отображение из А, Ж, гомоморфизма, М, А. Ну, а это какое-то функциональное, это пространство над телом, да, то есть это, на самом деле, пускал гомоморфизма, как бы. И отображение следов. Отображение следов. Да? Но ядро отображения алгебры это всегда то самое не дело. И составление не дело. Но поскольку предположили, что их нет, то ядра тоже нет, а ядра нет. Ну и последнее, надо, конечно, такая алгебра, совсем простая. Что любой модуль представляется в виде самоходи. Только одного. Сейчас я понадобится понять, как называемое произведение для пространств. Давайте рассмотрим M, который для степени F, это естественно модуль.
Но кроме того, по определению он также и бедный. На самом деле, если смотреть внимательно, то А и Б действуют сразу в сторону, но справа в другой сфере, чтобы немножко чтобы коммуницировать. Поэтому я напишу вот на пустую полоску. Или вернее, наверное, в общем, одна из данных пустую полоску. Если у вас есть две алгебры, можете взять каждое на произведение, тоже будет алгебра. Между собой, это вот сколько это можно забыть. Так, а кто не знает, что такое тензорное произведение вектора пространства? Значит, это такая вещь, которую надо осознать. Но, грубо говоря, если у нас есть два вектора пространства, вот, это один, два, два. То есть, нет. Вы можете выбрать там базис. Если там выше V или более V, да? Можете выбрать базис В и какой-то базис Q или В, тогда тензор произведения это будет вектор пространства с базисом из двух видов X, Y, T на Y, G, T. Размерность его будет произведением размерности. А нереальный момент в том, что то же самое, как и пространство, можно рассказать абстрактно, так что не зависит от выбора базис. Вот. Значит, я не буду говорить, как это делать, как некоторые. Вот такая есть конструкция, очень полезная. Вот здесь я делаю эту конструкцию, значит, и... Мне... Сейчас. Это должно означать букву «Д», чтобы написать «Д». Это должно быть маленькая буква. То есть это наше тело, но оно противоположное. Вот. Значит, здесь можно ввести умножение, просто подчленное. Да? И это будет можно добавить. А можно написать еще такое двойство, то есть это мы понимаем, скажем, как столбцы, на которых матрица есть. Вот это еще у меня есть настрой. И это будет модуль наоборот на D помножить на А. Вот. Это произведение вектора пространства. На самом деле, если у вас есть модули на каких-то, если у вас есть темп, который левый модуль. Какой-то алгебры А из N, который правый модуль, тот же самый алгебр. Можно написать их тензорное произведение на А, которое по определению значит такое. Это произведение на базовым полем. И потом это характеризуется по соотношению такого уровня. Если у вас есть какие-то элементы m, маленькая d, n, маленькая d, я маленькая a, вы говорите, что сейчас вот я перепутал, конечно, порядок. Это должен быть правый, а это левый. Да. У вас соотношения такие, значит, m помножить на a, помножить на n, равно равно m, тензор помножить на a помножить на n. Это хорошо понимаем, что это структура модуля. То есть это дело будет просто вектор пространства, ничего другого там уже не останется. Но будет такой вектор пространства. Значит, отсюда из закона вообще нельзя понять какого размера, и даже, так сказать, не всегда легко вычислить. Но все, что мне понадобится, это что эта процедура ассоциативна. А именно, значит, в такой ситуации, как у меня, я могу взять какой-нибудь V, который А модуль. Помножить V на алгеброй А
левый там модуль, значит, надо вложить два. B умножить на... Ну, скажем, вот это, которое, на котором А действует справа. И, значит, это будет некоторое верхнее пространство. Но, кроме того, здесь у меня еще действовало вот это. И оно же будет действовать на произведение. Просто, значит, действие на произведение. Поэтому это будет модуль на B. Хорошо, а теперь можно еще помножить на F. Помножить на D уже на вот эту D. И это снова будет модуль на 2. И что мне нужно знать, что вот это замотка. Потому что если бы я получил, если бы можно немножко в другом порядке. Сначала взяли здесь. И потом помножим. Это, в принципе, несложно увидеть, просто надо в явном виде расписать вот это образование как фактор двойного газового поведения по соотношению. То есть там будет соотношение двух видов. Будет соотношение, как конечно, из того, что мы здесь говорим, фактор. Что такое здесь соотношение. Ну и еще здесь будет соотношение. Если их расписать, то увидите, что соотношение будет совершенно одинаковое в обоих случаях. То есть и то, и другое будет фактором двойного газового поведения по одним конечным. Ну вот. А теперь мы замечаем, что m помножить на d на m с палочкой. То есть это некоторая вещь, на которой а действует и слева, и справа. И легко проверить, что это на самом деле завод от самого а. Ну, просто по размеру это непосредственно очевидно, потому что каждая эта сумма n копий d. Это просто верхнее пространство, значит, это изоморфно в сумме n квадрат копий d. А это я напомню, были матрицы, тоже, значит, сумма n квадрат копий d. Вот. То есть это можно сказать как столбцы элементов d, это как строки. И это отождествление просто берет столбец, берет строку и тут же как матрицу. То есть спасение приложает. Вот. Ну и дальше проверить, что это совместимо. Ну и что из этого следует? Из этого следует, что это изоморфно. Просто А. Помножить на А. Помножить на А. На А. А по отношению к такой операции пятого произведения, само А является единицей. То есть если здесь написать А, какое-то R. Это просто совершенно экономическое отождествление с самим А. Потому что будут элементы вида А, Н, Т, Н, факты по таким соотношениям. И в том числе по соотношению каждый из них переведется в элемент вида А, Д, Н, А, Н. Эти А все можно передать сюда и включить. Поэтому это размножилось. То есть мы проделали такую длинную технологическую операцию, получили обратную вещь. На самом деле мы доказали теорему, потому что вот это вот, это просто некоторое векторное пространство на D, да? То есть сумма какого-то количества копий самого D. Поэтому это просто построение является суммой какого-то количества копий D. А какого количества копий такого, как значит вот эта штука? То есть, что на самом деле не сказали, научно говоря, это что есть однозначное отождествление между модулем над алгеброй матрицы и модулем над самим телом D. Совсем научно, дальше есть эквиваленция всего. Ну, не важно. Вот. Называется моридная эквиваленция. Но поскольку эта штука простая, то это просто. Можно совершенно так. И доказывается вот таким совершенно средством. Ну и тем самым совершает опять теорема, потому что про это мы уже знаем. Все, значит, на сегодня просто
это время кончилось. То есть про это не договориться до этих не успел, ну, до того, что это все так.